Сеном Клиник предлагает уникальные услуги на новейшем оборудовании. У нас вы можете пройти МРТ-обследование, УЗИ-диагностику, услуги ФГДС-кабинета по самым низким ценам. Запись по телефону 53 00 53, 50 26 50, 8 702 267 43 93. Эфир нашего телеканала продолжает программа «Каждый день». Меня зовут Ирина Черней. Здравствуйте. В этом выпуске, как всегда, расскажем о погоде, афише городских событий. Также не пропустите нашу постоянную рубрику «Рулевые». Также стоит отметить, что страница нашего телеканала есть и в Инстаграме. Подписывайтесь и получайте подарки. Вам необходимо сделать магнитно-резонансную томографию в городе Актобе с гарантией достоверного результата? Звоните, записывайтесь в Сеном Клиник. ТЭН Сергей Александрович – грамотный врач с большим опытом в диагностике томографических исследований. Качественно интерпретирует полученные данные. За дополнительной информацией обращайтесь по телефонам 53 00 53, 50 26 50. Предлагаю вашему вниманию прогноз погоды. В Мартуке, по сообщениям синоптиков, днем ясно. Температура воздуха целых 26 градусов, ночью плюс 17. В Алге также безоблачно, днем на термометре плюс 25 градусов, ночью плюс 16. В Хромтау ожидается небольшой ветер, скорость которого 6 метров в секунду, плюс 24 градуса днем, ночью плюс 15, прогнозирует Казгидромет. В Батамше температура воздуха днем составит 24 градуса, ночью плюс 16. В Шалкаре безветренно и ясно, как, впрочем, и по всей области, днем 23 градуса выше нуля, ночью плюс 11. О том, какая погода будет в Актобе, смотрите далее в нашей программе. С 16 сентября театр кукол Алакая в рамках республиканской недели «Семья. Основа духовного возрождения» приглашает вас на спектакль Рахимовой «Где ты, мама?» на двух языках. 15 сентября в 17.00 приглашаем всех принять участие в профессиональном вечере бокса азиатского уровня, который пройдет впервые в нашем городе во дворце спорта «Конус». В Казахстане планируют ввести запрет на курение на улице. Сейчас курение на улице в Казахстане разрешено. Употреблять табачные изделия запрещается только в определенных местах, указанных в статье «Профилактика и ограничение потребления табачных изделий и алкоголя». В их число входят школы, детские лагеря, больницы, рестораны, кинотеатры, транспорт, подъезды домов. Однако в новой редакции Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения предлагается запретить курение в общественных местах в целом. В Сеном Клиник имеется многопрофильный круглосуточный стационар, современная операционная, консультации грамотных специалистов, комфортабельные палаты, индивидуальный подход к каждому пациенту. Телефоны для информации о стационарном лечении 53 00 53, 50 26 50, 8 702 267 43 93, 8 778 303 67 28. На этом у меня все новости. Следите за нашими выпусками не только в эфире, но и в интернете на сайте rktv.kz. С вами была я, Ирина Черней. Непременно увидимся. Сеном Клиник предлагает уникальные услуги на новейшем оборудовании. У нас вы можете пройти МРТ-обследование, УЗИ-диагностику, услуги ФГДС-кабинета по самым низким ценам. Запись по телефону 53 00 53, 50 26 50, 8 702 267 43 93.